И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на том же сервере, все так же с Expansion Core. И сразу же хочу сказать, баг на этом сервере, либо вообще в целом в игре. Но при создании трайба, у меня произошло, ну, я решил создать трайб, чтобы понять, если что не так будет, чтобы я по change log'у мог понять, что да, когда, где. Но проблемка сразу же образовалась такая, что, ну, вы видите, владелец Мирбита принадлежит лично Мирбита Top Channel. Суть в чем, я создал трайб, назову его просто Мирбита, но при нажатии на L, либо D по-русски, чтобы зайти в управление племени, у меня открывалось создать племя. При нажатии на управление племени, при нажатии на управление племени, у меня точно так же появлялось, создать племя. Ну, я создал в итоге еще раз Мирбита. И, как оказалось, у меня создался трайп Мирбита 1. Без пробелов, без ничего, просто трайб Мирбита 1. Ну и, соответственно, все перешло под владение трайбом Мирбита. Ну, вы понимаете, сколько, 2,5 часа назад это было. И опять то же самое, при нажатии на L у меня не появлялось это окошечко, через менюшку у меня не появлялось это окошечко. Ну и я тут понимаю, что все полная жопа. Хорошо, я опять нажимаю на L, создать трайб, но называю Xenogears. И, о чудо! Трайб создается. То есть, по-простому говоря, я не мог создать трайб с ником со своим. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Возможно, в количестве ника была проблема, но опять-таки же владение-то перешло. В общем, не знаю, в чем суть до дела. Так, микрофон поправлю. Не знаю, в чем суть до дела, но я человек предусмотрительный, и единственное, что не перешло в мое владение, это сам трайк. Ну, перейдет она со временем. Со временем, через 7 дней, через 7,5 дней, можно так сказать, даже через 8 дней, грубо говоря, она уже перейдет в мое владение. Ну, пока пускай здесь посидит. Как видите, все ворота, двери, все под моим владением. Кстати, да, я немножечко изменил свой домик. Вот такой вот я его сделал. Здесь составил шкафы. Здесь установил все верстаки, которые нашел. Вот, на всех установил я... да, правильно вел. На все установил пин-коды. Вот, и как бы я имею ко всему доступ в этом доме. Вроде кроме люка. Ну-ка, люк. Да, я к люку не имею доступ. Ну, на люк-то мне как-то и пофигу. Вот, ну, самое главное, что я просто про него забыл, что он вообще у меня есть. Был такой баг, конечно, что я не мог в термошкаф зайти, но отошел, подошел, все нормально, все обратно появилось, и все хорошо, замечательно. Вот, как видите, овощи исчезают потихонечку, потому что они всего живут час, а, ну, понятное дело, сутки, это уже 24 овощи сразу исчезают. Ну, мне как-то на них и пофигу. Вот, даже спойлер я могу использовать, также вот, видите, пин-код, все нормально, хорошо. Я везде имею доступ. Здесь, как видите, сразу же не появляется, видите, пин-код, но здесь он появляется. Вот. В общем, опять косяк, опять фигня с трайбами. Проще говоря, как заходите в игру, сразу же создавайте трайб. А потом уже... Ну, а потом уже, собственно... А, кстати, да, еще не трайк, не только трайк, а еще вот этот плот у меня тоже исчез. Вот. В общем, создали трайп сразу же, и тогда уже развивайтесь. Вот. Ну, в целом, домик такой неплохой. Неплохой, да. Сколько он? 5 на 3. В общем, короче, получился он такого-то... Такой себе. Вот здесь у меня стоит новый плот. Я хотел сплавать на тот островочек, помните, я на нем начинал развиваться на сервере, но там баг, как бы, и так далее, но это все фигня. В общем, создал новый дом. Заходим. Он более обширный. Он идет 4 на 5 и 2 выступа. То есть он на 2 вот этих вот фундамента длиннее.
Я думаю, это мне позволит сделать еще красивее этот дом. Я его сделаю. Также поставил ворота на автозакрытие, чтоб удобнее было для меня. Единственная проблема вот с этой дверью, как видите, рампа она как-то встала так криво, что я чутка башкой трусь об верхушку. Застреваю чутка. Ну, это все фигня. Проходимо, так сказать. И все. В общем, сгорцевал туда, ничего не нашел, но решил, короче, опять строиться здесь. Также на моем острове заспавнился Альфа-трицератопс. Я его притомлю. Кстати, спасибо от Зака за подсказку. Он мне подсказал, что альфа-чей только киблами томить. Вот. И я уже понял, что их киблами томить с руки, просто тупо. Благо я к нему подошел, в упор смотрю, о, положить типа корм. Думаю, окей, хорошо, положим корм, все нормально будет. Такс, мне нужен металл. На меня-то металла-то нету. Конечно, это немножко сейчас неудобно, но я дом доделаю, я все перекину, и все будет нормально, удобно. Пока что я имею свои неудобства, но это все фигня. Для начала мне нужно, конечно же, притомить птерчика. Птерчика, конечно же, птерчика. Это вот они, стрелы. Дальше седло. Давайте немножечко таких стрел. Кстати, вот эта сигналка очень классно, она не расходуется. Да, это круто. Кстати, вот это седло нашел. Парацера. И смотрите, я специально не разбирал. Но в дробителе, либо вот в таком апгрейд-столе. Хопа! 15 металла. Здорово, да? Просто на халяву 15 металла нашел в луче. Это очень неплохо. И мне это нравится. Так, не сюда. Ввожу я код, понятное дело, на клавиатуре. Так что не думайте, что это все пятерки. Вот, потому что обычно стрелочка же на пятерку, типа, нас направлена. Вот, так, ну а что мне сейчас? Птерчика поискать немного и томить его. Так, ну, далеко лететь не пришлось, точнее, плыть. Нашел сразу же островочек, здесь сраного туча птеров. Кстати, прошлая серия так резко закончилась из-за того, что у меня просто вылетела игра. Нет, не просто даже игра, но там у меня проблема была с видеокартой. И мне повезло. Мне повезло в том плане, что... Кстати, здесь рифач 15-го левела и мужик. У меня там женщина, женский пол, здесь мужской пол. Так что, да, возможно, я их обоих притомлю. Ну, посмотрим, сколько на одного я трайка буду тратить ресурсов. Вот. Собственно, почему у меня тогда вылетел? Это была проблема с видеокартой. Мне повезло. У меня просто видосик сохранился так, как нужно. И все замечательно. Да, все просто великолепно, я бы даже так сказал. Не пришлось не восстанавливать ничего. Сразу же все как положено. Твою мать, я испугался, господи. Ты выш... О, я кибл забыл! Вот я лошара. Не, ну блин, ну не лошара ли, а? Я просто забыл тупо кибл. Блин, я все взял, кибл не взял. Вот, и... Кстати, из-за чего я сначала птера решил притомить, а не трицератопса. Ну, тупо из-за того, что я на птере смогу летать, куда мне нужно, добывать металл, а уже за металл я сделаю киблы. И все. Ну, у меня же стол, типа, для киблов. Вот есть. Так что все пучком. Такс. Хотя зря, наверное, закрыл. Ну, ладно. Вот это очень неудобно. Ну, а что поделать? Так, давай через эту дверь выйдем. Господи, хоть бинт ставь на какую-нибудь клавишу, чтобы можно было шлеп и чу-чу-чу-чу-чу, ввелся пароль. Ну, удобно было бы. Очень удобно. Ну, ладно. Скоро у меня это мучение закончится. Я скоро перееду полностью и все. Просто я решил стартануть, думаю, ну, ладно, сначала серийку запишу, потом буду уже переездом заниматься полностью. Достраивать буду, переездом заниматься и так далее. Вот, такие вот дела. Ну вот, тем более, у меня сейчас должен, по идее, запас быть практически на неделю. Так что, в следующем видосике, как вариант, либо я сменю опять сервер, потому что здесь какая-нибудь фигня произойдет. Либо все будет хорошо, и у меня будет огромная база.
Ну как, сравнительно огромная. Я хочу весь этот остров занять с собой. Так, 25-й. Нет, но у меня есть два кибла. Блин! Ну я тороплюсь. Я мясо не взял. Просто если вдруг кибов не хватит, мне нужно будет мясо. Вот, Компик, ты молодец. Да, я дома. После того, как я немножечко побегал за сраными ублюдками, я понял, во-первых, то, что я буду убивать всех куропаток на этой карте. Неважно, что они мне сделали или не сделали, достаточно того, что их соратники, а именно тупые индюшки, конченые ублюдки, просто тупо агрятся на всех. И из-за этого агрятся абсолютно все вокруг. Вот, я буду убивать всех куроподобных тварей и трайков, потому что они тоже ублюдки, просто из-за того, что они ублюдки. Вот, ну а потом, вернув практически все свои ресурсы, там меня киблы сперли, но это все фигня. Я понял, а смысл того, что я пытался додуматься там типа мясом там и так далее. Я пошел, налутал металл с двух камней, это я налутал. И думаю, а все равно же это мне все нужно. И, кстати, вот это, то есть это все съедобное, я получил с одного лишь только синего луча. Это круто. Так. Скидываем все сразу же в нужное место. Так. Ладно, это пускай там будет. Вот, ну, в общем, побегав, пострадав, я бы так сказал, немного выпустив пар даже на металле, я, так, блин, надо ресурсы скинуть, я понял, что мне нужно делать, и сейчас я уже буду делать, кстати, да, вот, металл. Это цветы, грибы и так далее, кто не помнит. Блин, нет, конечно, извините, но я делаю гамму 3. Потому что в менюшке это просто невозможно, насколько она вырви глаз. Кстати, вот эта вот аплейт, она, я на себе даже проэкспериментировал, убирает оглушение в большом количестве сравнительно, но при этом добавляет голода. В общем, такой себе, знаете, способ заставить сожрать что-либо. Вот. Ну да, ладно. Так, с ресурсы подкидываем. Шапочку давай наденем обратно. Вот это вот все выкидываем. Вот это выкидываем. Так. Теперь надо какой-нибудь другой верстачок. Все нужное сейчас уберу в него. Блин, я еще не все ресурсы скинул. И остальное так вот это вот выкинуть сразу. И пойдем уже делать дело, я бы так сказал. Так-с. Копишки нафиг в баню. Так, все. А это у нас идет вот сюда. Да, блинский. Вместить все. Отлично. В общем, киблы нам нужны додо. Додо, вот они, яйца додо. Как видите, 35 штук могу создать. 5 штук, я думаю, будет вполне предостаточно. Чтобы уже я мог со спокойной душой, так сказать, притомить птерчика. Я надеюсь, что будет вполне предостаточно. Давай 10, короче, сделаем. Ну все, в баню. Не будем рисковать. Вот, и уже тогда будем томить птерчиком. Кстати, по статам. Статы здесь попоболь, но зато скорость изготовления, это вот 240%, это за 2 клика. Очень штука классная. Именно вот 240% вполне неплохо. Так, здоровье, выносливость. Выносливость, по-моему, достаточно. Здоровье можно качнуть, скорость передвижения можно будет качнуть до 152, получается, все-таки. Но в целом, да. Так, для трайка я не помню, я потом гляну, потом мы создадим тогда. Так, что у нас здесь? Ну, отлично. Так, пробуйте. Кстати, да, сделал здесь такую же систему, видите, да? Мостик поставил, чтобы не проваливаться лишний раз.
Вот, и думаю, все будет нормально. Ох ты, нифига себе, у меня там мясо-то уже сколько. В натуре прям мяско-то у меня. В обычном выживании бы тогда столько мяса, просто тупо сраного тучи мяса и не знаешь, куда его деть. Так, шкаф тоже надо выкинуть. Чё у меня... поставил несколько спальников в доме, поставил несколько спальников на плоту. Блин, я забыл все забрать. И получается, ну, надо было, конечно, это сразу сделать, я бы меньше мучился. Ну да ладно, как говорится, мучился и мучился. Так, вроде все взял. Теперь можно валить отсюда. Такс. Это фигня, не трава. Сразу же не нажалось почему-то. Вот, видите, поставил шкаф, поставил пару кроватей. И все как бы хорошо. Такс. Киблы есть, все это скидываем. И сейчас уже. Ну, я думаю, стрел-то хватит. Я лучше на это рассчитываю. Ну, не хватит, пойдем еще по новой делать. И вот, собственно, что я же ночью-то снимаю. Смотрите. И это все один и тот же. Эх, ну не красота ли? А еще если на него выбью скин, который будет фейерверком. Вот это конкретно будет красота. Эх, ну как оно? Погнали. Под яркие огни. Слышь, козел? Куда взлетел? Я тебя даже не видел. Вот ж в натуре. Так, ну-ка давайте-ка глянем. Что у нас там за птерчик? Ну какого фига, а? Я тебя сейчас пристрелю, гад. Я ж почти видел. Вот, кстати, а вот так он направляется нормально. А, во, тихо. Ну, что тебе надо направлять-то, а? Понять не могу. 60 левел. Ну, вполне неплохо. Если сейчас приземлиться, то вообще будет зачетно. Так, господи, ладно, седло тоже возьму. Только чтобы быть. Так, и вот так вот. Отлично. Идет на приземление. Да. Да ты прикалываешься. Ты пытаешься на мой плот сесть. Вообще-то. Ну там... О! Одно и хватило. Да ладно. И сколько у тебя торпор? 500 торпор накидывать. Неплохо. Ну давайте смотреть, за сколько киблов он притомится. Храпит нормально. Москопс, отходи. Не до тебя пока что, потом притомлю. Потому что в таких реалиях Москопс тоже неплохо. Кстати, тизернозавр, или как там он, вот этот, который с лапками, с длинными когтями от Зака, написал то, что он хорошо собирает цветы и грибы. Вот. Спасибо за подсказку, конечно же, это очень здорово, и я его теперь точно буду томить. Ну, кропатки конченые, всех поубиваю нафиг. Такс. Давайте смотреть. 60, по идее, он должен стать 90-го левела, она. То есть, плюс 50% от того, какой у меня левел, 90-го левела. Если с одного кибла притомиться. Но посмотрим. Ну, кстати, очень хорошо, что рядом с домом, в том плане, что я наркотик забыл взять. Уйди нафиг отсюда, я завалю тебя, скотина куропатная. Бесите вы меня все. И тех промочей тоже завалю, так что передай им, поняла меня? Улица беспонтовая. Такс. Ёптель-моптель, давайте попробуем опай. Такс. Залетай. Опай, залетай. Так. Ну, наркотик тоже надо будет взять на всякий случай. Так, и вот он, опай. Посмотрим, что он даст в итоге. Тихо. Ей! Такс. Так, ну, во-первых... Кидаем вот так вот, и во-вторых, кидаем вот так вот. Использовать.
Торпорчик, но не сильно много сетовал. Ой, да ладно. Почти приручился. И практически второй голод появился. Давай еще один АП используем. Повезло. 89 левел. Ну, потому что не с одного. Но все равно 89 левел это круто. На безрыбье и 89 левел рыбье. Здорово. Теперь у меня есть птир. Я смогу летать далеко. Самое главное вес вкачать. Даже отпустило как-то. Так. Сразу же заводим в дом. Давай. Заходи, дорогой. Не стесняйся. Ну, как дорогой. Ну, ладно. Ну, вы поняли, да? Так, во-первых, сразу же... Так, стоять. Вот так вот, короче. Вот так вот, и вообще все отлично. Так, тебе же надо жрачку дать, да? Блин. А жрачку... А, я все мясо выложил. Так, и... Сейчас тогда на паузу найду, какой тип был нужен для трайка. Вот, и уже тогда вернусь. Кстати, вот эта тухляшка и наркобыри, это у меня для наркотика. Для 3x наркотика. Наверное. Вот, ну, по крайней мере, для 3x наркотика тухляхи нужно очень много. И в моих целях... Ой-ой-ой-ой-ой, чё я понажимал-то, блин, хомуха? Да, в натуре! Такс, мне нужно вот это вот, да? И назначу тебя вот на этот, наверное. Пфу! Не та кнопка. Назначу тебя вот сюда. Угу, будешь в первом отряде. И жрачку надо закинуть. Все, короче, иду смотреть на трека и сейчас, прям сейчас возвращаюсь. Вот, собственно, что мне нужно. Корм, яйцо, карна. Карнотавра. 2, 3, 4, 5. Давайте 5 создадим. Я не знаю, сколько нужно, но я думаю, 5 хватит. Раз птерчик с 2 потомился, плюс я делаю нахлёст на альфача, все-таки как бы, ну, давайте сделаем 5. Ну, на корняк вернусь, что поделать. Сделаю еще больше металла, все-таки много, да и сейчас возможности есть такие, что налутать могу. Погнали. Блин, я все-таки дверь закрыл. Лисозавр, ешкин кот. Да, у меня привычка закрывать дверь за собой. Так, погнали. Выбираем оружие из рук. Ну, Алёша. Какого фига? Вот какого фига они включаются на... Они включаются на агрессию с какого-то перепоя, если ставишь на пассивку. А вот на нейтрале все нормально. Не знаю, в чем прикол. Ну ладно, поставил на нейтралку. На нейтралку поставил. Птером. Да. Так, мосхопс. Так, и теперь... Карна. Ну да, 3 нужно. Либо максимум 4. Раз. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. 2. Да, кормим за задницы. Розовые губки. О, даже 3 надо всего лишь. Отлично. Так, сесть на тебя так можно? Экипируйте седло для езды. Хорошо, сейчас сделаем. Погнали за мной. Ёх, красота, какая быстрая. Ты же какая... Ну, точно, розовые губки какая. Так что все нормально. Так. А чё, у меня все ресурсы-то там, а? В общем, сейчас, как видите, уже все нормально. И я восстановился. Так, давай-ка я тебя сразу на нейтралку поставлю. Отлично. Конечно, я затупил. Нужно было с клеймо снять с страйка, и все бы нормально было. Ну, затупил, ну что поделать.
Я хотел так сделать. Ну, чё мне врело в голову? А, давай, короче, типа, это... Трайб создам. Создал, блин. Так. Трайк. Волокно, кожа, дерево. А, дерево немного, кожи надо. Волокно. Так, кожа. Посмотрим, сразу же обычное седло нужно подходит или же нет. Вот, так что... Блин. Что-то иногда при вводе какие-то пролаги происходят. О, обычное подходит. И как-то быстрее все это дело происходит. О, кайф! Быстро бегает! Ну, медленно плавает. Ну, зато быстро бегает. И не надо скорость скачивать, что самое главное. Ой, и веса-то сколько! Эх, красота! Ну, вес я, да, 1000 выгоню. Да, пожалуй, будет достаточно. Веса до 1000. А, кстати, давайте посмотрим, что тут по ресурсам. Отлично. Ресурсы точно так же добывают. Значит, надо дамаг вкачивать. Сигнали бонус сразу же. Здорово. Так. Сразу же вкачиваем. Все как положено, как обычный трек, только усиленный. И давайте дамаг. О, да, куропатки. Держитесь, куропатки. Приду я на тот остров делать свои правила. Уроды. Фу. В общем, сейчас в моих планах это, конечно же, заклеймить за собой весь остров. Потом искать уже себе хищника. Да. Потому что хищник нужен. Кстати, да, он, получается, проскакивает так вот мимо и ломает все. Чертям собачьим. Вот это на разгоне, я понимаю. Ух, красота! Так, ну я хочу на разгоне сделать... Ай, ты же, блин, устал. Устала она. Вносливость надо качнуть. Да, здесь здоровье, скорость хорошо, вес хорошо. Но выносливость и урон как-то слабоваты. Ладно, не буду убивать. Нафига? А вот этих надо увалить. Обожаю убивать тварей. Ха. Ну что, в общем, летун есть. Новая база есть. А кого же из хищников притомить? Даже интересно, кого можно притомить. Как видите, с киблами-то теперь проблем-то нету. Я могу хоть кого томить. А, слушайте, а давайте-ка кое-что сейчас проверю. Так. Так, ну-ка давай-ка. Открыть ворота! Заходи. Да ладно! Вот это, конечно, подстава подставная. Я что-то не додумался, что такое может быть. В ворота-то не влазит. Да уж. Здорово. В кавычках. Так, ты стоишь на нейтралке. О, смотрите-ка, значок-то красненький, а не зелененький. Эмблемка. Так, и что я хочу сделать? Мне нужен шкаф. Зачем шкаф? Я сейчас сюда все скину. А что я хочу сделать? Мне нужно проверить, смогу ли я подойти к тизиозавру, или как там он, или не смогу, если он все еще бегает. Ну и, конечно же, вам покажу, смогу ли я подойти или не смогу. То есть, как вот травоядного, допустим, ладно, я понял, как томить, да? Ну, то есть, подошел с руки, прикормил его, и все. А как томить хищника? Вот это уже вопрос интересный. Ведь он же, по сути, сразу же будет атаковать, да? Как его томить? Оглушать нужно или нет? Именно ради этого я сейчас пойду и попробую найти этого тизиозавра, или как там? Тизиранозавра. Ну, вы, короче, в общем-то, поняли, да? Про кого я имею в виду? Это такой новенький моб, новенький динозавр с когтями. С большими длинными.
Вот, здесь он бегал еще вчера. Вчера, в смысле, реального времени. Не знаю, как сейчас. Может, убили, может, еще что. Ага. Ты альфач? Нет, ты не альфач. Отстань от меня. Не, ну там-то альфач бегал, это я точно знаю. Ай, твою ж мать, твою ж мать. Пошел в жопу, пошел в жопу, в жопу, в жопу, в жопу. Иди нафиг, нафиг иди, нафиг иди, нафиг иди. Оп, 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 оп. Видал, как могу? А ты так можешь? Сачканешь, я знаю. Да пошел ты в жопу, ты че тебе надо от меня? Че тебе от меня надо? Да пошел ты нафиг, пошел, пошел в жопу, не? Вот, сбился. Ну ладно, как надо было говорить, просто пошел в жопу. Причем своей короночкой. Пошел в жопу. Так, хорошо. Давайте дальше искать. И заодно посмотрим эту базу. Я хотел ее давно уже посмотреть. Да та, которая там наверху. А точнее, тут наверху. Видите, он поставил фундаменты. Так, Metal Behemoth Wall. Behemoth. Prime Dodo. А чё они такие обычные беленькие? Интересно даже. Прикольно. Здесь просто тупо ловушка. Hold option. Здесь все по красоте сделано, это понятное дело. Потому что он в целом все делает здесь по красоте, как я понял. И все в расцветке черно-красное. Даже. Даже у динозавры в черно-красной расцветке. Ага, здесь поставил, чтобы проползти нельзя было. Продуманный. Так, ну ладно. Мне надо дальше искать тизиранозавра. Вроде бы это как-то так. Ну, а тупое существо. Напал на прымачей. Ну ладно. Погнали. Да уж, по ходу дела нету его. Там вниз не мог упасть. Изиранозавр. Или. Надо прочитать все-таки, как он правильно говорится, и. А лучше притомить его, потому что я на нем даже ни разу не катался. Да уж. И вот этих надо будет притомить. Тоже ни разу не катался на них. Даже не знаю, что они делают. Ну, знаю, там камню кидаются и так далее. Это, так сказать, общую информацию даже я знаю. Вот. А именно, что они делают, когда ты на них катаешься. То есть, каково это, я бы даже так сказал, так будет более правильно сказано. Когда на них катаешься, что происходит и так далее, это даже интересно. Да уж, ну ладно, поищем. Кстати, смотри, какие здесь есть муравьи. Прайм. Ай, твою мать! Сагрилась овца. Ну, я зато показал, что есть такие муравьи. Это прайм муравьи. Эта овца еще летает. У-ху! А я быстро бегаю. Да. В общем, что-то не вижу. Попробую спуститься вниз, там посмотреть. Тинкс. Терезинозавр. Терезинозавр, 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 бежим! Да, я зато прочитал. Запомнить бы еще. Терезинозавр. Отлично. А, кстати, хотел сказать то, что... Ууу, сколько тут прымачей. Твою мать, я в дерево застрял. А, не, все нормально, отцепился. Ё-моё, сколько тут кропаток. Валить всех буду нафиг. Только притомлю хищника себя. Всех убью. Всех буду валить, особенно тех, которые вас обокрали.
вот этих тварей я вообще буду убивать всех нафиг. Бесит они меня. Фу, в общем, хотел сказать то, что если вы, допустим, увидели где-нибудь на сервере человека с моим ником, ну, понимаете, то, что я всегда делаю ник один и тот же, да? Если вы на сервере увидели человека с моим ником, то делается все легко и просто. Сейчас я вот оторвусь от всех вот недоброжелателей и покажу, как узнать, я это или же не я. Как вы знаете, в Стиме ник, то есть с одним тем же ником, должен, по идее, должен быть только один человек, по идее. Но это же Steam, всякое может быть. Заходим в настройки. Так. Скрыть информацию о сервере, это не то. Стимники в чате. И сохраните. Теперь, когда вы заходите в чат, то у вас сначала пишется стимник, в скобках ник и трайб. Все легко и просто. Если вы видите, что это мой... Так. Имя времени в чате, кстати, можно набрать. А вот, если видите, что это мой ник, мой стим, так сказать, то это да, я. Вот, ну, чтобы не было там, типа, такого, что вам тупо начинают попрошайничать от моего ника и так далее. Бывает. По крайней мере, в Roll Quest я точно встречал, и было такое, и мой ник занимали. Вот, и это вполне нормально. Блин, ну я не могу найти хищника альфача пока что. Да уж. Так что дерзайте, пишите в комментариях. Я... Твою мать, раптор пошел в жопу! А чё ты такой резкий, как понос? Пошел в задницу, а чё ты такой быстрый? Вроде бы обычный раптор. Блин, вы покончили с собой, я его зачем-то ударил. Там, так бы я хотя бы ник посмотрел. Блин, не знаю, что это такое, ну да ладно. Где из них моя кровать? На этом, на корабле. Ну, предположим, что не здесь. Да. В общем, народ, как я уже сказал, пишите в комментариях. Да, конечно, я уже... Эй, Алёша, ты не борзей нафиг. Сраное автозакрытие не сработало. Вот, как я уже говорил, пишите в комментариях. Будем разбираться вместе. Ну, я думаю, до этого времени, пока вы напишите, я уже и сам разберусь. Но если я забуду про это, то вы мне этим самым напомните, потому что так нередко бывает. А вот, ну, а на этом сегодня все. Я думаю, хватит Птера и Альфача. Так, точнее, разобраться, как Альфача травоядного хотя бы томить. Это будет вполне предостаточно. А вот, так что... Сегодня план, можно так сказать, выполнил. Сейчас я еще там гляну на том берегу. А, ну у меня прогрузка-то стоит. У меня сейчас я дальность прорисовки поставил, видите, такую. Ну, в надежде, что все-таки именно из-за этого у меня был косяк. И я думаю, что это реально из-за этого у меня и был косяк. Ну, вот эти все вылеты и так далее. Так что не нагружайте свою видеокарту. Да, это обычный. А был же альфа. Эх. А, там два их, вот ж натура. Прикольно. Да. Ну ладно, обычных томить не буду, я хочу альфачей. Ну и все, на этом все. А хотя, может, я обычно потомлю. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, наконец же, делиться моим видео с своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.